Сюжет про роковую любовь благородного разбойника Владимира Дубровского и Маши Троекуровой в романе Александра Сергеевича Пушкина известен каждому со школьной скамьи. В спектакле Дубровский, поставленном на сцене Ульяновского молодежного театра, тоже звучат затронутые в пушкинском произведении темы: защита человеческого достоинства, конфликт отцов и детей и, конечно же, любовь, жертвенность и прощение. Эта премьера стала кульминацией проекта Ульяновского молодежного театра «Пушкин в молодежном», который стартовал еще в феврале этого года. Тогда совместно со студентами выпускного курса ГИТИСа была проведена театральная лаборатория. Руководство театра приняло решение в дальнейшем сотрудничать с молодыми талантливыми режиссерами. И первым спектаклем в этой плеяде стал Дубровский. Этот спектакль ставится при поддержке Фонда развития ГИТИСа. В этом фонде совершенно замечательная есть программа, есть проект поддержки молодых талантливых постановщиков. Называется «Дебют в России». Эта постановка – это как раз новый такой шаг совместно с Российским институтом театрального искусства. Проект «Дебют в России» Фонда развития ГИТИСа 2 года назад вошел в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Он дает возможность творческой группе выпускников ГИТИСа, постановочной команде из 3 человек, ставить спектакли в провинциальных городах. Конечно, только по согласованию с руководством театра и по классическим произведениям. Дубровский стал дебютной постановкой выпускников ГИТИСа режиссера Ивана Орлова, художника Наны Шех и балетмейстера Дарьи Дерябиной. На лаборатории мы сначала рассматривали повести Белкина и должны были что-то из них выбрать и сделать, но почему-то я начал расширять это поле поиска, в общем, в произведениях Пушкина, и когда вот снова перечитал Дубровского, я понял, что сегодня это Дубровский, как бы сегодня это не повести Белкина, а сегодня Дубровский. Как пояснил режиссер, спектакль поставлен по мотивам романа Дубровский. Нестандартные подходы к постановке, неожиданные трактовки классического произведения не оставят равнодушными зрителей. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.